Лентяйка Василиса. Доченька! Ой! Я. Ну вот, внученька, я набрала корзину ягод и букет цветов. Теперь пора домой. Бабушка, у меня очень ножки болят. У меня очень ручки болят. Отнеси меня домой. Посмотри, моя ягодка, какая ты уже большая. А я старенькая совсем. И так уже устала, что не смогу тебя нести. Васенька, догоняй! Ах так! Бабушка, отнеси меня домой! Ну как же так, Василиса? Эй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бабушка! Вернись! Попаду домой, кто меня отвезет? Девочка, не кричи. Я девочка Василиса, а ты кто такой? А я зайчик-попрыгайчик. Вот. Садись мне на спинку, и я мигом тебя отвезу. Ура! Веди себя тихо, чтобы нас никто не заметил. Зайчик, ты чего? Мне страшно. А там кто-то есть? Да нет там никого. Да? Ну, тогда поехали. Ух ты! Эй! Что? А вдруг там уже... кто-нибудь есть? Да, конечно, есть. Кто есть? А? Я есть. Фу. Не хочу больше вставать в кустах сидеть. Никакой ты не попрыгальчик. Ты самый обычный зайчишка-трусишка. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой! Скачи, куда скакал? Ушла, а зайчик всего боится. Как я попаду домой? Кто меня отвезет? Бедняжка, давай я тебя отвезу. Я девочка Василиса, а ты кто такая? Я большая виноградная улитка. Влезай на крышу моего домика. Он хоть и маленький, но крепкий. А ты боишься всего, как заяц? Нет, я же всегда могу спрятаться в свой домик. Влезай, влезай. Домой.
быстрее всех. Поехали, улиточка, поехали. Виноградная улитка. Справлюсь как-нибудь. И без тебя. Ого! А ты кто такая? А я гнедая лошадь. А я Василиса. И я тебя, Василису, отвезу. Уважаемая гнедая лошадь. Да, это я. А ты не будешь прятаться и дрожать? Я? Или медленно ползти? Я же лошадь. Садись мне на спину. Ой, а... И крепче держись за гриву. А зачем? Мама! Но мы же еще не доехали. Ты слишком страшно скачешь, гнедая лошадь. Тогда адьё, что бы это ни значило. Эй, лошадь, а как же я? Ножки болят, ручки болят. Гули-гули. Чего боится улитка, еле-еле ползет. А это может... Как я попаду домой? Кто меня отнесет? Гули-гули. Я самый хороший сизый голубь. И я тебя, девочка, отвезу. А я Василиса. Гули. А вдруг ты будешь дрожать? Скакать или ползти? Гули-гули, девочка Василиса, я все делаю очень хорошо. Ну, если хорошо... Да что ж такое? Гули-гули, это нехорошо. Добрая птичка, поскорее пусти меня на землю. Гули-гули, это хорошо. Все, птичка, это было слишком хорошо. Гули-гули. Прощай, девочка. Пусть у тебя все будет хорошо. Ах, лодочка. Дорогая, милая лодочка. Василиса, у меня очень ножки болят, у меня очень ручки болят. Лодочка, отвези меня, пожалуйста, домой. Я уже очень.
очень старая и совсем рассохшаяся лодка. Ничего, ничего. Зато дрожать, скакать, летать ты не будешь. Чего? Лодочку. Ладно, девочка, садись. Ура! Я надеюсь, тебя-то отвезу. Вот, я тебе говорила. Ой, я тону! А я тебя предупреждала. Помогите! Мама! Мостик! Ой! Серый козёл, и я могу тебя отвезти. Ага, а я Василиса. Девочка, которая ходит ножками сама. Браво! Ишь ты, поможешь. Думаю, такие добренькие. Лучше я своими ножками пойду. Бабушка! Василиса! Внученька моя! Бабушка! Ура! Васенька моя! Добралась сама! Любимая бабушка! Внученька, какая же ты у меня самостоятельная! И самоходительная.